Привет, друзья! Вы на канале Swiss Teach. Меня зовут Ирина. И пойдемте со мной на почту. И что тут у нас на почте? Я получаю посылочку замечательную. Да, вот так. Регистрирует ее. Надо расписаться, чтобы, не дай бог, другой кто не забрал. И посмотрим мои покупочки. Вот такая страшненькая коробочка снаружи, но там внутри такая красота. Сейчас я распакую и покажу вам, что же там внутри. Итак, что у нас здесь есть? Вот такая тканюшечка и вот такие красивые ниточки. А какая прелесть эти ниточки, вы только посмотрите, мягусенькие, девочки, это турецкий шелк. Я его заказала на Украине у одной девочки, ее зовут Иванна, которая вышивает прекрасные рушники, она вышивает вот этим турецким шелком. И вот эта турецкая, наверное, равномерочка. У меня планы на это дело великие. И вот такой я взяла наборчик. Этот наборчик для создания рушника. Вот, надеюсь, вам видно. Вот такой рушник получится. Смотрите, здесь и мережка, и хардангер, и красота немыслимая, просто восторг. Вот, посмотрите, какая мережечка здесь. И в этом наборе, значит, у нас вот такое прибьюшко, вот такая тканюшка для самого рушничка, вот такие ниточки красивые. Ну как вам? И, естественно, идет схема и описание. И кроме этого, у Иваны есть YouTube-канал, на котором она поэтапно показывает, как выполнять все эти швы, все эти мережечки. По-моему, 5 или 6 уроков по этому рушнику. Вот такая, такая у меня покупочка. Ссылочку на канал Иваны я вам оставлю внизу под видео. Проходите, смотрите, кому нравятся мережки, кому нравятся рушники, вы можете там у нее найти. Там красота просто неописуемая. Так, это были покупочки из Украины. А когда я была в Базеле, я вам показывала, рассказывала, мы там нашли один рукодельный магазин. Я таких магазинов здесь, в Швейцарии, не видела вообще. Там одна женщина продает, и у нее там все так красиво. И знаете, когда, помните мультфильм «Маугли», когда там они произносили фразу «Ты и я, мы одной крови», чтобы узнать друг друга и мирно сосуществовать. Ну вот это было примерно между нами такой филинг с этой женщиной. Мы когда друг друга увидели, мы поняли, да, мы родственные души. У нее там вышитые картины, у нее там две картины «Хумель» от фирмы «Хумель». Я их когда увидела, вот это есть наборы эти. Она: «Нет, они уже не выпускаются, к сожалению, я вам не могу». Ну, короче говоря, вы понимаете, какие эти чувства возникают между вышивальщицами. И вот такой наборчик я у нее в магазине купила. Всем он известный, все вы его видели и знаете. Многие его уже отшили. Gold Collection Petite, называется Lago di Albarada.
утреннее озеро. Здесь вот такой красивый восход. Это мой первый набор от Dimensions. Ну, когда буду вышивать, расскажу вам о своих впечатлениях. Заплатила я за него 22 франка. Я не знаю, это дорого или дешево. Ну, по нашим меркам, мне нитки купить будет дороже. Вот такой наборчик. И потом я купила вот какой красивый набор от Rico Design. Это у нас скатерть. Вот такая готовая скатерть. На этой скатерти, вот здесь, если вам видно, я надеюсь, вам видно, вот такие вставочки, на которых вышивать. И в этом наборе идет вот такая куча ниток, которые, наверное, придется разбирать каким-то образом, чего я не люблю. Потом идет вот такое превью, на котором здесь вот такие вот такой узор на этой скатерти будут, красивые такие птички, цветочки. Она мне показала уже вышитую, у нее есть такая вышитая скатерть, она очень красивая получается. И вот образцы вот таких скатертей еще. Но у нее был в наборе только вот этот. И внутри здесь вот такая яркая схемка. И вот такое размещение. Ну, понятная схема, ничего здесь сложного. Я так думаю, это будет вышиваться легко, быстро и просто. Ниточки приятные. Не написано здесь, что это за ниточки. Не знаю я, какие нитки Rico Design. Тут даже написано на русском языке: скатерть 60% полиэстер, 35% хлопок, полный набор материалов, нитки для вышивания 100% хлопок, игла, инструкция сохранить упаковку. Так, иглы не было. Ну ладно, игла у меня есть. И этот набор, я заплатила за него 49 франков. Скатерть 90 на 90 сантиметров. Вот. Что я еще купила у нее? Посмотрим. А, это я не у нее купила, это просто здесь в пакете лежал. Вот такая пчелка. И вот такая стрекозка. Ага, вот лицо. Не знаю, зачем они мне, но купила. Чтоб было, как говорится. И я еще купила вот такие ножнички. Имбродия Бродери. Триумф. Триумф. Фирма Триумф. Понятия не имею, что это такое. Легкий такой ход. Мне они понравились, остренькие. Я люблю остренькие ножнички. И вот очередное приобретение. Рада без памяти. Купила кота в мешке. Не знаю, что там и как там. Обрезки каких-то тканей. Ну, я так полагаю, это то ли мебель делали, то ли шторы, то ли что. Вот стоит 3 франка. Попалась на дешевизну. Сейчас с вами посмотрим, что там внутри. Я еще не рассматривала. Ну вот это, видите, то ли это были образцы, скорее всего, наверное, на какие-нибудь диваны. Ну вот однозначно образец какой-то.
хотела ждать явки паролей. Я знаю, некоторые там живут рядом, рядом с Базелем. Может, кому-то пригодится адрес этого магазина. Сейчас покажу, тут на пакете написано. Так, вот такой он мне пакетик дал. Вот на этом пакетике написан адрес. Кому надо, пожалуйста. А сейчас я хочу вам показать одну невышивальную покупку. Мне просто очень сильно хочется похвастаться. Я купила вот такую сумку. Она очень большая. Я люблю большие сумки. Ну, это вместо, как говорится, шопера. Она вот такая вместительная. И там внутри, это можно вот так сделать. И там внутри есть еще одна сумочка. Вот такая. И сюда прилагается еще даже ремешочек вот такой. Можно носить как отдельную сумку, но я этого делать не буду. Я буду ее носить как косметичку, так, чтобы все там было закрыто в этой сумке, вкладывать внутрь. Это эко-кожа, легенькая, классная. Подойдет подо все. Я люблю этот цвет, я люблю такую обувь. И у меня сейчас даже не обязательно иметь одинаковый цвет обуви. Ну вот, на этом все. Дальше я хотела вставить вам несколько короткометражек, как мы были в Базеле, в каком отеле мы отдыхали. Потом мы за полгода первый раз пошли в ресторан. Наконец-то открылись рестораны. Ну, а как открылись? В гостиницах. Если ты гость гостиницы, ты можешь ужинать в ресторане. И так еще у нас открылись террасы. На улице можно, но все-таки еще прохладно на улице. Так что мы первый раз за полгода сходили в ресторан. Это было такое счастье. И я и это вам вставила. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Улочками старого города. Солнечный день, но свежо. Где эти фонтанчики, они мне так нравятся, с драконом. Как нам не удалось зайти внутрь, сегодня мы... Если вы хотите, чтобы я вернулся, то это будет.
Анки, тебе рад, Сочи? Расскажи, что это за коктейль, что там есть внутри? Сироп, лимонный сок. Так выглядит натурально, а когда его отполируют, он вот так выглядит. Мы в ботаническом саду. Вы зимний сад с куполом там, ты не знаешь? А, университет. Можно ли туда внутрь зайти? Ну? Там красиво. Музыкальные исполнители, да? Какие-то страшные.